Всем интересно посмотреть, какой же Индийский океан и то море, которое находится у берегов Омана. Аравийское море. Я вам покажу его сейчас поближе. Сегодня очень серьезные волны, очень огромные волны. И такая чувствуется легкая прохлада в этой жаркой стране. Особые пальмы. Своеобразные здания с таким орнаментом. И возможность здесь расслабиться уютно в теньке.